Андрію, вітаю. Добрий день, студія. Ну, от уже, власне, понеділок, а офіційного підтвердження цієї зустрічі так і немає. То чи вона відбудеться, як думаєте? Я вірю в те, що вона пройде, в кінці кінців, вже місяців 5 всі її чекають. Вот сам факт отсутствия подтверждения даты, сам факт отсутствия какой-либо информации официальной о предмете, о повестке переговоров указывает на то, что еще ничего не ясно по поводу того, о чем они на самом деле будут разговаривать, когда именно эта встреча будет и как она взаимосвязана с последующей встречей Трампа с Путиным на саммите Большой Двадцатки в Гамбурге 6 и 7 июля текущего года. Ну, а взагалі про що свідчить те, що немає досі офіційного підтвердження? Хоча от міністр закордонних справ минулого тижня стверджував, так, зустріч буде. Я думаю, все очень просто здесь. Українська сторона систематично настаивает на необходимости проведения подобной встречи. Неоднократные были обращения, посылы, я думаю, и через официальные источники, и не через официальные источники. Но администрация Трампа, Госдеп США не давал подтверждения этой встречи. Очевидно, сейчас появилась какая-то ясность, возможно, через журналистские каналы, либо через какие-то другие, о том, что, скорее всего, эта встреча в конце концов произойдет. И поэтому сейчас начали это активно муссировать. Но я вот внимательно послушал многих экспертов, прочитал массу информации по поводу и накануне этой встречи. И могу точно сказать, что никто точно не знает, о чем они будут говорить. Все возможные разговоры о каком-то давлении, о каком-то сговоре, о каких-то там тайных переговорах, о том, что все решено, шеф все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. Я думаю, это все преждевременно на самом деле. Поскольку реально это первая встреча Трампа с Порошенко. Если она произойдет, она, скорее всего, будет ознакомительная. То есть Трамп выслушает точку зрения Украины, а потом, следовательно, будет выслушивать точку зрения Российской Федерации. Почула вас, Андрію, спасибі.